Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить метро Redux. У нас следующий просто мор, поэтому я так сказала. Так. Здесь есть современный дедушка Ленин. Выключаем. Я так поняла, здесь надо в этом задании много стелсить и выключать везде свет. Давайте тогда займемся этим делом, а? Давай. Еще один свет. Я бы не додумался до этого. Потому что нас могут увидеть, представляешь? Оказывается, они такие умные, что они могут видеть при свете. Не видел нигде, чтобы русские убивали русских. Кабздец. Разработчик повернутый, наверное, ненавидел русских. Так, я хотела проверить, что у нас там вот будет. Вроде пока тревога не поднялась, хотя она все время с того места поднималась, но сейчас, как видите, уже чуть-чуть получше. А если так рассудить, мы же воюем между собой, да, пишем плохие комментарии, оскорбляем, там, ненавидим, там, что-то мне там что-то пишут, да, вот по сути дела так бы и было, если он представил, как бы было на самом деле, русский бы стрелял в русского вот так вот, и все, ну а как еще было? Кстати, прицел же светится, они, по идее, должны заметить, да, что, типа, кто-то целится в них. Как бы это ненормально. Так, у нас... Жесть, у меня внутри там все. Да-да-да. Хорошо, что я пасту уже подавил перед этим. А то я напрягся, вывалиться нечему. Так что я уже все вывалил. Спасибо за такие подробности. Классные подробности. У него у всех одна и та же, как где. Кто-то подвалил, вывалил и свалил. Я уже вижу двух. Ага, там третий он стоит. Или это кто-то... А может, не стоит. В голову нахер целится и все. Они когда увидят, что им в голову попали, может, и скажут, детей мы больше не будем. Потушить вот эту вот фиговинку. 0-2 вызывай, а нет, 0-3 вызывай. Так, хорошо, попробуем. Или 0-1, я не знаю, как там. Попробуем тогда, как в Пенумбре, не смотреть на него. Получится ли у нас так? Мы не будем на него смотреть, он просто пройдет мимо нас. Да, точно. Как он нас не может видеть? Я просто не понимаю этого. Пенумбра, точно. Какая Пенумбра? Нету Пенумбра больше, все, Пенумбра в прошлом. Так, теперь мы подходим сзади. И... Ага. А теперь и так вот. В горле у тебя что? Молодец, Артемушка. Режь горло. Режь. Правильно, режь русским горло. А кто нам горло резал? Задули. Еще один дедушка идет. Ну, он действительно дедушка. Смотри, какая у него. Деда, дай конфетку. Ты будешь стоять или ты пойдешь? Или я пойду? Потеши у него за ухом, может, он тогда очухается. Я думаю, что главное, чтобы паника не поднялась. Так, вот момент у нас, момент. Эй! Противник рядом! Эй! Ты что, бронированный? Вот облом! Эй! Ты бронированный, оказывается, у нас. А что с тобой делать-то, блин? Тебя не проткнуть. Любить. Только любить. Так, слушай, ты крутой, а? Вот тебе в глаз. И не ори у меня. Что это такое? ПНВ. Кабзец, ну ты вообще, где ты ПНВ? Нашла эту парашу? Какие-то очки взяли. В общем, взяли +3 ножа. Не знаю, могу сказать, что Far Cry лучше, чем это. Зачем я одела? Даже моды лучше, чем вот эта порожня. Far Cry то двигаешься. Артём, убери этот противогаз, нахер он тебе нужен. Он не хочет дышать газами, которые эти от страха испорожняются. Так, нет, я его сниму все-таки, его надо как-то снять. А как его снять? А, вот, все понятно, надо удерживать. А вот эти очки, я не понимаю, что они мигают. Что за бред? Жмут и они мигают. Ой, жесть. Я не понимаю, как ими пользоваться. Управлением.
клавиатура. Ты много пил, когда создавал эту игру? ПНВ. Т. ПНВ, Т. Т. Что еще русские делают? Много пьют, много курят, нахрен. И оскорбляют своих же соотечественников. Так и удерживать не получается. Не, я не понимаю. Мне это управление очень трудное, на самом деле. Здесь, видимо, надо... Ты слышишь, разработчик, что тебе говорят? Здесь надо... Как-то... Я не знаю. Просто мы, наверное, не созданы для этой игры. Кто-то, может Ничего, быть, нахрен. Лучше нас играет. Значит, Макарыч был прав. Что вы пожелаете играть в Far Cry. Значит, будем играть еще в мата Far Cry, нахрен. Так что ждите, ребята. После скоро этого будет дерьма, вам, да. Скоро будет вам радость. После не будем мы больше в этого метро играть. Мы начали игру, мы проходим. Значит, если что, там посмотрим, что там за мат-то. Мата, значит, это я буду очень сильно матюкаться в этой игре. Да. Как всегда, мата это матный Far Cry, нахрен. Макарыч был прав. Служащий здесь сейчас, бедняга, стирает носки. Опа! Что? Горло тебе перерезали, русишь? А он и не ожидал этого. Зато быстро, да? Так что Макарыч сейчас... В армии. Ну, сейчас армия не та. Сейчас вообще хорошая жрачка, там вообще жесть. Они там шикуют. Сейчас все и на год служить, нахрен. Не два, а на год, нахрен. Так что идите, сходите в армию. Без армии на работу не устроитесь. Ты видел? Кого? Я прошла мимо человека, он меня не заметил. Вот повезло. Вообще, где мы? Ленин, поговори что-нибудь. Я сам всегда погоди у Ленина. Пьет, товарищи, пьет. Он всегда так говорит. Я люблю Ленина, как он говорит. Надо съездить в мавзолей к нему когда-нибудь. В Москву. Далеко нам до Москвы, как бездец. Пленный какой-то сидит. Так, может попробовать пройти мимо них? Тихонько, тихонько, тихонько. И вот сюда. Шесть, они ему штаны, что ли? Пойди проверь, вдруг подонок говорил правду. Вали отсюда. Жесть, как русский может читать русского и называть его подонком. Вы чё, ребята? Вы чё, вообще, что ли? Хорошо, один ушел. Придурки. Второй стоит, смотрит на стену. Да долбани ему в зад нож. Сейчас мы так и сделаем. В зад, что ли? Ну, я не знаю, куда получится. Все. Он нас больше... Чё, чела убили, что ли? Ты в тельняшке чела убил. Он нас больше не побеспокоит. Он водяной, нахрен. Еще тушим один фонарь. Тарасик. Что такое? Сюда можно? Оп, можно. Что это такое? Что за ходы? Я ни хера не вижу, кабдец. Да, очень темно вообще. Я не понимаю, как это ПНВ. Far Cry, точки работают, все нахер, метро отпадает. Такой порожняк делать, мастерить вообще. Так, теперь, наверное, куда-то вот сюда, что ли? Че, полетим как Бэтмен, что ли? Вперед, товарищи! Лети, Бэтмен, Артемушка, лети! Неужели прыгать надо? Напукай так. Воздух в шарик и лети, привяжи себе, он теплый, вверх, газы всегда вверх летят. Ай! Что это? Ой-ой-ой, тихонько, не свалиться бы. Куда мы вообще идем? Не знаю, мы куда-то сваливаем, наверное, просто через их базу. А почему мы там не могли пройти? Вообще не... Ты потушила все и пошла, получается, да? Да. Жесть, что это за дерьмо? Они в темноте сидят. Никто не сидит в темноте. Да вы что? Да? Стрелка сюда указывает. По трубе, что ли? Она наклонится, какая, да, наверное? Какая стрелка? Нет никакой стрелки. Так, пробежать, поняла, я поняла, надо пробежать. Ай-яй-яй. Ох, успела. Успела, она даже не наклонилась. Нет, да вот только бес, вот темнотища-то, ё-моё. Чё они там стреляют? У них тир там, что ли? Патроны некуда девать. А, вот куда-то мы куда? Здесь нищие бегаем. Три патрона, блин. Один для себя. Итого два только куда-то стрельнуть. А они стреляют куда хотят. Вообще богатые, что ли?
Русские и немцы богатые, зашибись. Да, я тоже не понимаю, куда они все время стреляют. Ну, вообще богатейшие. Что это за дело? Капкан, что ли? Еще один. О, смотри, поменяли. У нас стекло было разбито, а это новый чистенький. Хорошо, поменяли, это хорошо. Можно сюда спрыгнуть? Ай! Ну, нормально. Не сломан. Ну, не Джек, Артем, да, Артем. Да, ножки не ломает, молодец, Артем. Да, все Джеки ноги ломают. Мы это уже испытали во всех играх. Что там такое? Сюда, наверное. Ну да, наверное, как сюда. Как об этом... И вот сюда, я так полагаю, да? Что-то светится здесь, какие-то светлячки. Какой ты быстрый. Противогаз ты быстро одеваешь, да? А в водичке плавать не умеешь. Сделай тебе каким-то доходягой нахрен. Что там, отравленная вода, что ли? Захлебываешься? Что это такое было? Что за херь? Ой. Здесь, походу, мины, что ли, какие-то, или что-то такое. Да? Козлы, да. А? Да, хотел вот сказать. Вот это жесть, я просто не ожидал. Видимо, я думал, ты говоришь... Всех ты говоришь, убить надо. Джеки ноги ломают. А, видимо, Артём и тонут в воде. Джеки ломают ноги. Я не знаю, мы вроде ни за кого еще не... А, ну Сэм, Сэм крутой, Сэм вообще, он везде выживет. В воде выживет. Да. Быстрее бы сделали четвертую часть. С высоты он прыгал, с такой высоты, что вообще... Озвучили бы. Прыжок веры там у нас был в какой-то во второй, что ли, части, или в первой части. Куда Никита Джигурда бы озвучила. Да охрененно, да. Что здесь? Не знаю. Стрелка вроде сюда, но... Видимо, не сюда. Да уж, пока... Вот это все геморройно сделано. Непонятно, куда идти. Нужно избегать. Да вот зачем человеку изучать эту сраную местность, где никого нету? Подрываясь на минах. Вообще, вот... Вот чел неправильно, неграмотно все сделал. У этих мудаков, получается, они такие жирные, что у них столько патронов, им их просто некуда девать. Они просто стреляют. Тых-тых-тых, я стрельну куда-нибудь туда, да? Склады. А Тёмушка бедный, нищенький, бегает и никак не может ни... три патрончика подобрать. Не, ну, я стараюсь подбирать все, что нахожу. Кобец. Да у него он подберет, а дальше ему нельзя подбирать. Он не может бесконечное количество носить. Музыка заиграла, походу меня заметили. Чё, что это было? Дерьмо. Что это такое? Какая-то паранормальная зона вообще. Кто? Что это? Как это узнать? Что это за херня? Зашли куда-нибудь там. Оу! Скелетоны сидят. Сюда, может, куда-нибудь? На мусор? Тёмушка, иди на мусор. Ты тоже скоро станешь мусором. Так, это у нас что? Аптечки. Подобрали какой-то самолетик. Зашибические очки. Их они надо постоянно делать. Вот так, чтобы они делали, чтобы что-то было видно. Сюда не хочет. Минус. Минус игре, минус. В таких играх, мне кажется, надо делать что-то типа... Как вот, знаете, Wolfenstein такие... Ну, ладно, не Wolfenstein, в Lost Planet такие точечки, да? Помнишь, там были? Идешь, как бы, и там такие, по таким точечкам идешь? Да слушай, это...
разработчик срал он на нас вообще, на игроков. Какие точечки нахрен? Здесь как бы, да, так типа сделано, что как в жизни все, вот ищи сам, и вот хочешь ищи, хочешь не ищи, надо ли тебе это. Ну, мы делаем вид, что нам это очень надо, потому что дальше ладно, не пройти. Ладно, это ты хотела в эту игру поиграть. Ты все время говоришь. Давай, давай, давай. Вот на, смотри, гемор, кабдец. Целую серию дохли, а сейчас не можем найти выход. Mm. Туда, видимо, нам не залезть. Не получается у меня никак-то, и ладно. Здесь лесенок никаких нет. Какие стены огромные. Такое, я считаю, надо вырезать. То есть, если есть время, конечно, поиграть. Ты играешь, это дерьмо, надо вырезать. А может быть, не надо вырезать. Кто будет играть, тому будет помощь. Так сказать, посмотреть. А может быть, он сам просто дома. Им делать нехер человеку. Он сидит час-два, бегает, пока не найдет проход. Жесть. Да, единственное, конечно, что мне в этой игре не нравится, это то, что здесь замусорено очень все. Вот, везде почти здесь такие локации, на которых вот. Ты же говорила, что ты когда-то играла, тебе понравилась эта игра. Нет, мне понравилась игра. Ну, там монстры какие-то есть, да, вот я не говорю именно про мусор что-то. Мне вот понравилось, что там какие-то летуны были, что-то такое вот было мистическое. Ой. Жесть, ну срань. Так, короче, что с этим люком делать? Почему здесь стрелка, я не понимаю. Что это такое? Блин, зашибись, лесенка. Ну, как ее? Ну, проходишь, да, могли бы в конце ее сделать тоже. Так, ладно, посмотрим, что здесь. Туда можешь пройти? Скелеты там, решетка. Значит, только сюда. Что там за агитация? Чё он все время бздит и бздит, бздит и бздит? Тихонечко. Собираем. Что там такое? Допрос? Пленных? Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Давайте. Загасите там всех. Помогите нам. Ох ты, ничего себе, с черными носками на голове ходят, с дырочками. Здесь что? Противогаз. Чистенький не берется, потому что у нас уже есть нормальный. Здесь что? Во, здесь какой-то проход. Ну, были ясень пень, были, пупок. Слушайте, давайте... Жесть, смотри. Здесь что, все? Да, давайте мы здесь где-нибудь и закончим тогда. Сейчас хотел сказать, у нас там... Чел рядом проходил, нас не видел, а здесь пули, да, среди пули он слышит шаги. Вот как такое возможно, да? Вот он рядом... Ладно. Тогда давайте мы здесь закончим. Так что подписка на канал, субтитры, группа, контакты, комментируй, лайк, пока. Пока.